Оба российских этапа чемпионата мира по снегоходному кроссу отменяются. Официальная причина – разногласия в финансовых вопросах с компанией-промоутером первенства. Напомним, гонки должны были пройти в Семигорье 23 февраля и в Москве 2 марта. Теперь чемпионат мира по кроссу на снегоходах пройдет в один этап, который состоится 16 февраля в финском городе Туури.